Меньше недели остается до старта чемпионата Европы по вольной борьбе. Турнир пройдет в Румынии. Российская команда в эти дни находится в городе Сочи, где проводит свой тренировочный сбор. Продолжение темы — сюжет наших корреспондентов. Позади 2 месяца упорных тренировок. Подготовка к соревнованиям уже вышла на финишную прямую. В эти дни вольники в основном больше работают на ковре, оттачивают технику и проводят контрольные схватки. Сборную России в Бухаресте представит 10 борцов. Состав участников пока не объявлен. Но уже известно, что на чемпионат Европы отправятся не все лидеры команды. У вольников насыщенный календарь, и тренерский штаб решил освободить от поездки в Румынию Угуева, Чакаева, Седокова и Куруглиева. Все они планируют выступить на Европейских играх в Минске. Кто-то в каких-то весах и первый на мирах, каких-то вторых, потому что молодым спортсменам тоже надо дать шанс, возможность, потому что, чтобы они раскрылись уже к Олимпийским играм. Чем сильнее конкуренция, тем для нас, для сборной команды лучше. Вот мы таким принципом работаем. И такая у нас методика подготовки. Действующий чемпион России Магомед Расул Идрисов поедет впервые на чемпионат Европы. До этого он был первым на крупных стартах среди молодежи. А право выступить в Румынии Хасаютовец добился, уверенно победив в начале года на Ярыгинском турнире. Я как бы очень, да, вот, очень для меня это значит. И как бы завидовал себе выиграть этот Европу, иншаллах. И до этого, да, боролся там у 23, Европа, мир, но это все равно не то. Взрослый чемпионат Европы, конечно, это более солидно уже. Да. В прошлом году дома в Каспийске дружина Джамбулата Тедеева завоевала 6 золотых медалей и первое общекомандное место. В этот раз задача прежняя – закрепить свое лидерство на континенте. Чемпионат Европы в Бухаресте стартует 8 апреля. Камиль Девятов, Курбан Рагимов, телеканал ННТ, Сочи.